В Советской гавани в понедельник вечером произошел масштабный пожар. Горела группа сараев, расположенных рядом с жилыми домами. Звонки диспетчеру пожарной охраны стали поступать около 8 часов вечера. Очевидцы огонь заметили в самом начале, но, несмотря на это, к приезду караула пламя набрало просто неимоверную силу. Способствовал этому сильный ветер, который разбрасывал искры и угольки по ветхим постройкам. Сараи были выстроены несколько десятилетий назад. Большая их часть уже была давно заброшена. Но в нескольких местные жители все еще хранили кое-какие вещи и домашние заготовки. Чьи это сараи вообще? Ну как общественно, у меня сарай, один уже горит, у меня второй вот здесь вот крайний. Бесхозные сараи были довольно популярным местом у подростков. Их там замечали регулярно. Именно детская шалость видится местным жителям основной версией возникновения пожара. Несколько тинейджеров как раз крутились рядом с местом ЧП, увлеченно наблюдая за борьбой спасателей с огненными протуберанцами. Естественно, свою причастность к возгоранию подростки категорически отрицали. Ликвидировать пожар удалось лишь к 11 вечера, спустя 3 часа. С места происшествия Полина Храмцова и Сергей Шишков.